Так спешался. О, усім салют. Что с тобой здарылося, Топа? А что со мной здарылося? Ничего. Чому ты у летней вопроцы? Зараз еще только весна, а ты у майцы, шортах и панаме. Як гэта разуметь? Я такое придумал, такое! Ой, Яночка, ни за во что не догадайся. И что ты придумал? Вот ты хочешь, каб хучей пришло лето. Зразумела, хочу. Так я придумал, як его приспешить. Як же? Треба, каб ты, Яночка, так сама пранулася по-летнему. И что тады? Хачивай. На нас зараз глядят дети, слухают нас, так? Ну так. И завтра обовязково усе наши глядачи опрануться так само по-летнему. И тады лето одразу зразумеет, что мы его готовы сустракать. И лето прийде до нас завтра? Обовязково. Цудовно я придумал. Наша колыханка лето приспешить. Тады я бегу за летним оденем. Хучей треба переопранаться. Чому вернулася? Нешта я засумнявалася. Ой, а у чем справа? Что тебе не подобается? Давай лепш спытаемся у Надейки, добре гэта будзе, ці не? Усім перапранацца. Добрый вечер, мои гуделки-гляделки. Чакалі тут мяне? Вельмі чакалі, Надейчка. У нас ёсць да цябе пытанне. Якое? Топа прыдумаў прыспешыць лето. А для гэтага трэба нам з ім пераапрануцца ў летнія шорты і майкі. І дзеці, заўтра раніцай усе апрануцца па-летняму. Лето ўбачыць гэта і хутка прыйдзе да нас. Добра я прыдумаў, Надзейка. Зусім не добра, Топачка. Усе дзеці тады захварэюць і трэба будзе вырашаць гэтую праблему. Ой, усе нашы маленькія сябры стануць кашляць і чхаць. Ах, гэта ж дрэнна! Абхівай! Я, здаецца, так сама захварэў, бо на дворі яшчэ даволі халодныя, а я у шортах і майцы, я змерз. Ой, ну ты то падаеш! Трэба хутчэй ратаваць цябе ад хваробы! А як? Так, па-першае, Яночка, бяжы хутчэй на кухню за кубачкам гарбаты і абавязкова пакладзі ў гарбату мёд. Ага, я хутенька. Ой, ой, будь здоровы, Топачка. Ой, дзякуй, Надзеечка. Ой, вось, прынесла. Трымай. Ты пі гарбату, пі, каб паправіцца. Ой, дзякуй, Яночка. Топа, ты зараз сагрэйся і не будзеш больш чхаць. Ой, я больш не чхаю. Я здаровы. Сапраўдны цуд адбыўся. Але ж дзеці, яны бачылі мяне ў шортах і майцы. Напэўна, ўжо адчынілі свае шафы з летнім адзеннем і заўтра за мяне усе захварэюць. Надзейка, дзецям таксама патрэбны цуд. Не, нашым маленькім гледачам цуд не патрэбны. Яны ўсё зразумелі. Так, сябры, нельга рабіць як Топа. Вы ж ведаеце, каб быць здаровым, трэба апранацца па надвор'і.
А я зараз, как не хварить, наогул не буду с дому выходить. Буду чекать теплое лето, о, на канапе. Ну ты придумал, Топа. Топочка, как быть здоровым, треба дыхать свежим поветром, гулять на улице и... Займаться спортом. Так, Яночка, ты правильно зразумела. А ты, Топочка, зразумел? И я так само зразумел. И придумал. Нареште я придумал. Буду футболистом. Як добра, Топочка. А ты, Яна, что придумала для себе? Я еще кончатково не визначилася. Спортивная гимнастика ти легкая атлетика? Что лепш? Я меркую, что легкая атлетика лепш. Ты будешь тренироваться на улице и отразу убачишь, коли до нас прийде лето. Так, Надейка? Усё правильно, Топа. А лето не затрымается прийти до нас? Не затрымается. Лето так само глядит нашу передачу и ведает, что и Топа, и Яночка, и усе детки у нашей краине так само чакают его. Усё добро, что добро скончилось. Дякую тебе, Надеечка, за допомогу. Я рада, что вам допомогла. Отрымливается, что я, Яна и Надейка выратовали усіх малых жыхароў краіны ад хваробы, ад эпідэміі. І у медыкаў менш будзе пацыентаў і праблем. І зусім хутка да ўсіх нас прыйдзе лета. Трэба толькі крышачку пачакаць. А пакуль мы змагаліся з эпідэміяй і лячылі Топу, дзеткі, напэўна, мультфільм зачакаліся. Давайте яго глядзець. Давайте. А зараз, гуделки-гляделки мои любые, час рыхтоваться да отпочинку. Тварики и лапки мыем. И ложечки бежим. Добраноч, мои любые, чаровных, казачных усим снов. Баю-бай, разом с нами засыпай.